В библиотеке семейного чтения номер 10 состоялся большой литературный праздник для детей под названием «Остров книжных сокровищ». Организован он был при поддержке депутата городского собрания Марины Сергеевой, а посвящен Международному дню детской книги. Подробнее о большом путешествии по бескрайнему морю знаний расскажем в сюжете. Свистать всех наверх! 7 футов под килем! Слушай мою команду! То, что праздник получится по-настоящему увлекательным, гостям детской библиотеки номер 10 стало понятно в первые же минуты. Организаторы подготовили для школьников настоящий морской круиз по океану книг. Каждый тур викторины – это посещение определенного архипелага знаний. Скучать здесь некогда. Высадку на полуострове вкуса сменяет исследование литературных глубин. А через мгновение капитан предлагает участникам бросить якоря на острове театра. Его хозяйка, актриса театра «Буратино» Анна Зверева, делится с ребятами своими литературными предпочтениями, читает любимые стихотворения и заряжает позитивом на весь день. Когда на мачте реет черный флаг, у всех по спинам бегают мурашки, а у пиратов желтые штаны, а у пиратов синие подтяжки. Дети участвуют в квесте увлеченно, организаторы уверены, эти мероприятия проводить важно и нужно. На самом деле считаю, что праздник актуален сегодня как никогда, потому что, ну, действительно, наши дети на сегодняшний день, к сожалению, в компьютерах, в гаджетах, но вот такой международный день еще и детской книги позволяет вспомнить о том, что действительно книги есть, и не только электронные, вот, но еще и печатные варианты, что, на мой взгляд, намного лучше. Вот, и действительно вспомнить про героев книг, почитать, может быть, все вместе, всей семьей. Совет, наверное, всем родителям. Это здорово, развивает. Выяснилось, что в зрительном зале равнодушных книгам нет. Эти ребята обожают читать. Четвероклассник Тимофей Горбунов. Один из самых активных знатоков. Он рассказывает, любовь к книгам у него с самого раннего детства. Среди любимых произведений – «Каникулы в Простоквашино» и «Приключения Буратино». В ближайших планах освоить детскую фантастику. Я очень люблю читать, я очень часто читаю. Мне очень нравится читать с родителями, то, что задаю в школе. Книги – это настоящий путеводитель по жизни, подчеркнули сотрудники библиотеки. А на этом празднике знания оказались еще и ключом к победе. Выполнив все задания без ошибок, ребята оказались на импровизированном острове сокровищ и получили заветный клад. Сладкие и полезные подарки от устроителей встречи. Действительно, лучший подарок – это книга, так что читайте, будьте здоровы. Да, ребят. Евгения Салхудинова, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.